Умение да труд к славе ведут. Так золотые руки решают не только проблемы хозяина, но и всего народа. Ярким примером этому служит житель Карасуйского района Ошской области Сайпидин Сыдыков. Он осуществил многолетнюю мечту своих односельчан, собрав новый трактор из запчастей 5 машин. Подробнее о том, кто вместо жалоб на отсутствие средств создает технику своими руками, смотрите далее. Житель Карасуйского района Ошской области Сайпидин Сыдыков осуществил многолетнюю мечту своих односельчан. Он собрал запчасти 5 машин и смастерил новый трактор. На это он потратил ровно год, однако усилия оправдали ожидания. Когда-то трудящемуся механизатору теперь не составляет труда собирать технику. Мы ставим акцент на глубоком вспахивании земли, чтобы качество было лучше даже белорусского трактора. Эти капоты поднимаются гидравлически. Этот мотор КРАЗа, передний мост КАМАЗа, задние колеса К-700, радиатор Ту-150, коробка МАЗа, а внутренние педали поставлены от КАМАЗа. Наш герой также сделал акцент на то, чтобы двигатель трактора был большой мощности. Если же зарубежные тракторы в среднем стоят 2 миллиона сомов, то такой трактор обойдется в 2 раза дешевле, поскольку для его создания были использованы запчасти другой техники. Рули управления установлены от Портера. Корпусы поставлены от производителей Китая. А название трактора, ну посмотрим, назовем, оценив его работу. Еще один плюс сделанного вручную трактора – это то, что он экономит время вдвое. Кроме того, им легко управлять. Жители сел, как правило, занимаются земледелием и выращивают хлопок, пшеницу, кукурузу и ячмень. Именно поэтому они так нуждаются в такой технике. Так как техника довольно-таки дорого стоит, мы не можем сами приобрести ее. Поэтому он собирает такой трактор и тем самым служит народу. Народ этому очень рад. Будучи в восторге от новой техники Сайпидина Сыдыкова, жители села встают в очередь и пользуются техникой с наступлением своей очереди. Айзада Урумбаева, Кенжибек Максатулу, Манарбек Орзубекулу, Пирамида, Ошская область.